ночевали Юдашкина. Это платье Славы Зайцева. Я выбирала. У меня был такой образ, и Валя сделал костюм птичка певчая. Я вижу, какой интерес у людей. Приезжают люди из провинции, из разных регионов России. И я смотрю, они все фотографируются, ходят там, выискивают себе образы. Увидели образ, допустим, Фили Киркорова, подошли, фотографируют. Видели Надю Бабкину, тоже подошли. А если они тебя видят еще в прошедшую рядом, они, конечно, просят незамедлительно. Вы могли бы приостановиться. То есть это интерес огромный. Подобного рода выставка, такой музей из фонда Александра Васильева – это возможность для многих еще и обучиться, для многих еще и вспомнить имена, совершенно забытые. Вот если на этом подиуме все незабытые, то, конечно, на многих других вы видели те имена, которые сегодняшней публике много не скажут.